Значит, что расчет берешь? Поеду. А жить ты где будешь? У меня дядя в Москве. Провалишься на экзаменах, обратно давай. Не провалюсь. Здравствуйте. Пошли. Пойдем. Мама, Алеша идет. Ну, мать, все. Подождал бы, Алешенька. Вот Настасья Ефремовна ответит на мое письмо, тогда... Так все уже едут. Ах ты, Господи, Боже мой, что же... Стеснишь ты их там, Алешенька. Ведь они же новую квартиру получили, писали. Я же помню, когда они у нас жили. Тетя Настя добрая. Трудно тебе без меня будет. Постой. Это тебе на дорогу. Алеша, а помнишь, как за этим столом Аркадий с Андрюшей сидели? Ты целуй их всех там. Обязательно. Положи галстук на место. Слышишь? Съем я его, что ли? Дай сюда. Дай галстук. Слышишь? Не кричи, отец занимается. Маша подарила. Не твое дело. Маша, вот и трясешься. Ну, на, на, на. Жадина. Гулянки на уме. Пролетишь на экзамен. Тогда забегаешь. Ты выучился. Артист называется. В одних массовках играешь, смотреть совестно. Позор! Позор нашей фамилии! А? Артист! Тебя пришли! Здрасте, Маша. Проходи. Выйди и посмотри. Он занят? Сейчас появится. Они принимают ванну. Зачем ты его дразнишь? Органически не перевариваю неудачников. Торчит в этом своем театре. Ну, а ты-то чем занят? Как всегда, тоска. Вы обратили внимание, Маш, какая у нас в доме тоска? Нет, не замечала. Да, с виду у нас чистота, уют. Мать старается. Но какую каракатицу купила. А дом никто не курит. Курит для гостей. Вы знаете, Маша, в детстве мы у каких-то родственников в Сибири жили. Ничего не помню. Только бревенчатые стены и ходики мягко тикали. И что-то вот от них на душе приятное осталось. А у нас? Эх, иногда мне хочется пройтись по нашим чистым комнатам, наплевать во все углы. А ты так и не решил, в какой институт поступить? Мать заставляет идти в высшее техническое имени Баумана. Говорит, солидно. Ну, а сам бы ты куда хотел? Никуда. Что ж у тебя, никакого призвания нет? Нет. Скажите, Маша, только умоляю вас честно. Вот вы фотограф. Профессия, прям скажем, не ахти какая. Это и был предел ваших мечтаний? Конечно, нет. Но представь себе, мне очень нравится эта работа. Нет, Маш, не представляю. 17 лет вы все хотите быть непременно великими. А если из тебя получится обыкновенный смертный? Счетовод, провизор или фотограф? Не получится. Ну, а какие у вас были планы? Кем вы хотели быть? Пианистка, Андрюша. И обязательно знаменитый. Шутите? Ничуть. Сыграйте что-нибудь. Я 2 года не подхожу к инструменту. Почему? А, это ты? Всего-навсего. Пойди прибери на своем столе, устроил свинарник. На своем столе что хочу, то и делаю. А уйти могу и так, без предлога. А вы не глупы, с вами приятно поболтать. Андрюшка, ты какой важный став, верно? Растет оболтус, в голове каша.
Тебя удивил мой приход? Хочешь полной правды? Жажду. Я не люблю тебя. Неправда. Ну, в общем, мне сейчас не до тебя. Это ты можешь понять? Пожалуй. Хотя и с натяжкой. Вчера распределяли роли в новой пьесе. Мне опять ничего. А Вася Мышкин снова получил главную. В театральной школе он не проявлял больших способностей. Невероятно вырос. А я врос? Ну, понимаешь, одни движутся вперед легко, а другие трудно, медленно. Скажи проще. Тоже меня за бездарность считаешь. Чего церемонишься? Какой ты стал раздражительный. Да, раньше я легче смотрел на жизнь. Был глуп. А сейчас? Перестань, пожалуйста, улыбаться. Аркаша, милый, не сердись. Мне так тяжело, что ты стал такой. Скажи, ты веришь в свои способности? Да, верю. А это главное, Аркаша. Загубленных талантов не бывает. А ты? Пустая фраза. В жизни все гораздо сложнее. Я уйду из театра. Как уйдешь? Ну, я сейчас готовлю большую роль. Мне разрешили. Покажусь, если неудачно, уйду. А может, не нужно, Аркаша? Ты играешь маленькую роль. Хорошо играешь. Оставь глупости. Ради этого я окончил театральную школу. Тебе хорошо говорить, ты как-то приспособилась к жизни. Приспособилась? Ну, устроилась. Когда со мной случилось несчастье, ты приходил ко мне в больницу. Целовал мне руки и говорил. Говорил, говорил. Сколько дней подряд? Думаешь, я запомнила хоть одно твое слово? Я тогда и не думала о тебе. Мне хотелось умереть. Но грубости я себе никогда не позволяла. Маша. Не надо. Я не приспособилась. Это ты потерял вкус к жизни. А я живу. И гораздо более счастлива, чем ты. Маша была? Да. Нехорошо, Аркаша. Если ты решил порвать с девушкой, не нужно ей зря и голову кружить. Мама, я тебе говорил, жениться не собираюсь. Тем более, это совсем нечестно. Безусловно. Я просил Машу не приходить. Что, сама пришла? Очень по-современному. Это Петя скорее грустно. С его зарплаты заводить семью немыслимо. Здравый смысл говорит. Ну, Настенька, неужели мы с тобой поженились, исходя из здравого смысла? По-моему, все происходило как раз наоборот. Потом это Маша... Оставь, мама, ее в покое. Парень засиделся в девках. Да, Настенька. Что, Петя? Нам письмо. От кого? От Оли? Да. Здравствуйте, дорогие Петя, Анастасия Ефремовна и мальчики. Я к вам с просьбой и большой. Не могли бы вы принять к себе Алешу на время учений в Москве, если он экзамены выдержит? Задержись, Аркадий, на минуточку. Вот тетя Оля просит устроить у нас Алексея на время его учений в Москве. Как, принимаем гостя? Как хочешь, Петя. Оля твоя сестра. Нет, письмо адресовано фактически тебе. Все заботы лягут на тебя. Так что твой-то голос решающий. Я только не понимаю, как людям несовестно. Да ничего особенного, парни едут учиться. Все, все в Москву едут. Как будто Москва резиновая. А куда мы его положим? Ну, у ребят в комнату. Нет уж, увольтесь, меня хватит и Андрея. У тебя в кабинете диван свободен. Ну, пожалуйста, давайте ко мне. Ну, что ты придумал, Аркадий? Отец ночами занимается, у него люди бывают, а там кто-то будет лежать на диване и храпеть. Как это люди сами не понимают? Ну, во время войны ты жила у них около 2 лет. Ну, хорошо. Давайте вот посередине гостиной кровать поставим. Ты не волнуйся. Как я могу не волноваться? Кто этот Алексей? Андрюш такой восприимчивый, неуравновешенный. Больше всего боюсь дурного влияния. Ну, не усложняй. Да-да, начнут ходить приятели, девицы какие-нибудь появятся.
Да, это неизбежно, Петя, даже естественно. И потом, ну почему я должна еще на кого-то готовить? Обеды, завтраки, ужины. Я же за него целиком буду отвечать. Та же Оля потом за все с меня спросит. Ну, ты действительно напрасно нервничаешь. Да, Петя, я нервничаю. Андрюша надо сейчас устраивать в институт. Как? Ведь я голову сломала. За тебя, Аркадий, вся душа изболела. Ты думаешь, я не вижу, как ты мучаешься? Ну, решайте, как хотите. Мое мнение, парень должен приехать. Вы можете посидеть в моей комнате, я не возражаю. Я устала от забот, мне не 25 лет. Аркаша! Да? А ты поел? Я сыт. Петя, я пошлю телеграмму. Алеша великолепно может устроиться там, на периферии. Конечно, Алешка не пропадет. Когда мы жили в одной комнате, ты была как-то добрее, Настенька. Просто у меня было больше сил. Чего, трудимся, занимаемся вовсю. Эх вы, что же вы так поздно-то? А я тут с тоски помираю. Приятели называются. Так вот, держи. Что это? Конспекты по физике. А ты? Пробежал вкратце. Точные науки не моя стихия. Счастливчик ты, Вадя. Институт внешней торговли. Как красиво звучит. Мама, не огорчайся. Бауманская тоже не бесславна. Только бы попал. Галя! Галя, какое на тебя красивое платьице. Вам нравится? Очень, очень изящно. Вот эти складки придают легкость и свободу. Галина Георгиевна, не садитесь на своего любимого конька, нам некогда. Ничего, ничего, Галя, не смущайся. Ну что с ним взять? Вадя. Да. Ты почему вчера не пришла? Не здоровилась. Врешь. Ну, тогда не хотела. Ты не обижайся, как? Ну, я тебя ждал, ждал. Твой отец когда приезжает? К Пермалусу вернется? Надеюсь. Я сам жду его с нетерпением. Какой ты всегда подтянутый, Вадя, а? Вежливый, опрятный, умница. Я смущаюсь, Анастасия. Хоть бы Андрюшка от тебя перенял что-нибудь. Да вы не огорчайтесь, Андрей совсем не так уж плохо, уверяю вас. Не выгораживай, не выгораживай, Вадя. А вы куда идете? Мы ненадолго, скоро вернемся. А, но с тобой никуда не опасно отпустить. Надеюсь. Ну, иди, иди. Галя. Андрюша! Ну, чего? Ой, какая разница. Вы гулять идете? Отправь, пожалуйста, телеграмму. Телеграмму я отправлю, а ты дай рублей 20. Еще чего, хватит и 10 рублей. Эх, самому поскорее зарабатывать. Да чего, у тебя клянчить надоело? Отправь, не забудь. Мам. Ну что? А деньги-то? Ой, забыла. Память у тебя. Какой ты все-таки резкий, Андрюшка. Поучился бы у Вадима. Скажите, где улица Чкалова, 34? 34? Второй дом направо. Топай смелее. Кого? Тетя Настя, я Алексей. Приехал. Да. А Алеша беспокоился, в Москве ли вы? Мать говорит, не езди, подождем ответа. А я подумал, они едут, и я заодно. А это с тобой? Из одного класса. Афанасий, Катя. Очень приятно. Не узнали меня? Нет, не узнала. Вырос ты, большой.
Так, значит, вы все приехали учиться. Да. А вы тоже к нам? Нет, что вы. У меня сестра родная в Москве. А вы? Я? У меня тут родственников тьма. Тверской бульвар, 42, квартира 2. Так. Ну вот, я буду говорить с тобой попросту, как тетка. Не знаю, будет ли тебе удобно у нас. Да что у тетя Настя, ведь мне только спать где-нибудь и все. Хорошо. Здесь спать? Это у нас гостиная. Там кабинет Петра Ивановича, сам понимаешь, неудобно. С виду у нас, кажется, много места. Так что, нельзя, что ли? Нет, почему нельзя? Просто надо решить, где тебя поместить. Вы мне, тетя Настя, прямо скажите. Мать мне строго-настрого наказала, чтобы я самовольно не лез. Конечно, ты немного поспешил. Понимаю. Извините. Постой. Нет, нет, я пойду. Подожди, я тебе говорю. Верно, мать писала, упрямый. Я не упрямый. Подожди. Ой, кажется, котлеты пригорают. Провалиться бы мне на этом месте. Это называется поцелуй, пробой. Иди домой. Пошли. Ой, что ты, Алеша, подожди. Да побыстрее ты, Афанасий, что ты? Лямка порвалась. Куда же ты пойдешь? Пойду куда-нибудь. В одной этой комнате 20 коек поставить можно. Алеша! Что, ушел? Ой, как нехорошо получилось-то. Ой, как нехорошо. Всякое препятствие должно дух поднимать. Вот мой отец говорил... Не успокаивай, не маленький. Ну как, нашли? Нашли, только зря. Понимаешь, родная тетка не приняла. Да ну, вот собака. Москвичи называются. Погоди, ты только не обобщай. Да чего там? Родной племянник приехал. Можно сказать, свою судьбу решает. Она тесно, неудобно. Мне самому за нее стыдно было. Да таких, знаешь, давить надо. Определенно давить. Это что же, значит, здесь в нашем парадном таких? Да. Кто же это? Да тут Аверина Анастасия Ефремовна. Кто? Аверина, говорю, профессорша. Да. Слушай. Ты Алексей? Я. А ты Андрей? Занятно. Он хотел у вас остановиться, но Анастасия Ефремовна сказала, что у вас тесно. У нас тесно? Да. Да нет, это вы что-то не так поняли. Ну-ка, пошли. Не пойду я. Да чего там еще раздумывать-то? Сказал, пошли. Ну? Неудобно. Да чего там неудобно? Все удобно. Алеша. Пошли. Пошли, ребята. Пошли. Так, должна же быть у человека крыша над головой. Конечно. Ну, заходите. Нет, нет, мы пойдем. Ну, пошли, пошли. Ты только до завтра, там видно будет. Самолюбие, поприезжать надо, институт важнее. Давай, давай, давай. Может, зайдете, ребят? Нет, спасибо. До свидания. Ну, счастливо. До свидания. Чего стоишь? Располагайся. Ну, у тебя что, еще есть где ночевать? Нет. Что ж, ты так прямо на улицу и пошел бы? Ну и что? Занятно. Это ты здорово придумал приехать. А то дома, понимаешь, ни одной живой души. Тоска. А что, Аркадий уехал? Тут. Ну, он сумасшедший. Помешан на своем этом театре. Тетя Настя котлеты жарит. Сказал бы, что я... Ну, ладно, проинформируем, успеем. Ну, ты что? Чрезвычайное происшествие. У меня появился двоюродный брат. Знакомься. Галя. Алексей. Где-то я вас видела. Вряд ли. Ты в сновидениях ей являлся. Ее мать певица в Большом театре, народная артистка. Ну, перестань, Андрюшка. Галочка, ну тебя это, кажется, до сих пор не унитало. Вадим Развалов. А по академике Развалове слышал? Нет. Отпрыск. Андрюшка, ну сколько раз тебе говорить? Не делай из этого афишу. Ну, что значит сын академика?
Отец — это фигура, а я еще из себя ничего не представляю. Но будешь, будешь фигурой, не огорчайся. Ты бы все-таки матери сказал, что я здесь. А, да, я и забыл. Ой, ребят, рассердитесь, если я не пойду с вами, а? Как-никак брат приехал, сами понимаете, надо устраивать неудобно. Не рассердись. Понятно. До свидания. До свидания. До свидания. Всю компанию расстроил. Не сердишься? Чудак, конечно, не сержусь. Честное слово? Честное. Все-таки в тебе есть что-то человеческое. Люблю тебя. Андрюшка, перестань. Завтра придешь? Приду. Опять обманешь? Обещаю. Смотри. Эй, Вадим! Чего? Понимаешь, совсем забыл. Телеграмму мать просила отправить. Зайди по дороге, вот. Прочтешь? Иркутская область. Да, нет, не это. Потерял. Ладно, завтра сам отправлю. Адью. Шальной ты, Андрюш. Я тебе, наверное, все планы спутал. Переживу. Понравилась тебе Галина? Красивая. Моя. Что значит твоя? Ну что, ты маленький, что ли, не понимаешь? А это что с тобой приехал тоже, симпампанчик? А, котлетки? Ты, наверное, здоровье здорово лопать хочешь? Понимаешь, мама, Алексей чуть было не ушел, на тебя обиделся. Да? А я на него. Что это такое? Тетка ему откровенно говорит, а он... Умылся. Там по коридору налево ванная. Полотенце мое возьми с голубой каймой, мохнатое. Ты что в самом деле выдумала? Что? Читал твою телеграмму. Как тебе не стыдно? А, много ты понимаешь. Не понимать нечего. Давай неси раскладушку в мою комнату. Вот ты очень гостеприимный хозяин. А мать, давай, неси, убери. Ладно, без тебя сделаем. Одеяло дай, подушку. А где я возьму подушку? У тебя на кровати три штуки валяются. Да с какой стати на мать подушку будет спать еще кто-то? Ну вот, что ты свои фокусы брось. Не дашь сам на полу лягу без одеяла, без простыни. На голых досках, запомни. Смотри, провалишься на экзаменах. Останешься ни с чем. На завод пойдешь прямо к станку. Ну, хватит тебе. Ну что ты за человек? Обязательно нужно настроение испортить. И присмотрись к Алексею. Ты видал, с какой компанией приехал? Ну. Что ну? Вот этот нечестный и лицо какое-то странное. Начнут сюда ходить и уже девиться с ним. Ну, съедят они меня. Да ведь к тебе самое плохое прилипает. Вот откуда ты тебе? Ладно, лопать, давай. Ну, знаешь, если я тебя тоже критиковать начну, не заулыбаешься. С тобой невозможно разговаривать. Ты покорми Алексея получше. Что таком котлетка на один зубок? У матери голова болит. Сейчас я сам обед налажу. Вообще, ты ее не очень слушай. Она у меня со странностями. Иногда такое городит. Перестань. Что? Нехорошо о матери так. А я не выдумываю. Все равно нехорошо. Уехал бы куда-нибудь, хоть на край света. Кончишь институт, поедешь? Еще что, здесь останусь. Садись. Вот. Раздобыл, понимаешь, супчик и остатки торта. Вкусно. Андрей, что ты делаешь? Ну что, что ты? Это я кошки сварила. Житье у нашей кошечки. Ну, тогда котлетки по-братски. Знаешь, я в вашем доме есть не буду. Что? У меня есть деньги. Ну, все психи, все определенно. Мне мать пирожков напекла. Мам! Не обижайся. Что ты? Алексею котлеты не нравятся. Поешь тогда холодной телятины. Спасибо, тетя Настя, мне все нравится. Да он шутит. Ты ешь, ешь. Ешь, а то опять позову. Ты куда думаешь поступать? Тимирязевскую. У тебя медаль? Нет. Четверок много? У меня и тройка есть. Да ну, тебя не примут. Нынче знаешь, как строго. Я без медали, конечно. Троек ни одной. Ну и то, думаю, завалюсь. А ты почему в Тимирязевскую? Хочется. Призвание? Не знаю, хочется туда и все. Не пойдешь. Попаду, жилы из себя вытяну, а сдам. Может, ты попадешь. Ты ешь, ешь. А тебе что-то угодовалось в школе? Да нет. Семья-то у нас большая. А без отца ты знаешь как? А где же отец? Да ты что, не знаешь, что ли? Откуда же? Ну, мать-то вам регулярно пишет. А я, понимаешь, ни одного письма от вас не читал. Свинство, конечно.
Ну и что? Ну, помнишь, когда у нас жили, отца в армию взяли? Ну, да-да, что-то такое смутно. Нет, не помню. Ну, не вернулся он. Пришлось подрабатывать, не успевал учиться. На чего смотришь? Ты ешь, ешь. Чего? Петя, у тебя нет знакомства в Баунском училище? А что? За Андрюшу надо как-то похлопотать. Пускай занимается лучше, вот и все. Он занимается, но конкурс огромный. Вот не нравится мне это похлопотать. Ничего особенного, не мы одни так делаем. Петя, да оторвись ты на минутку, выпей стакан кофе. М? А Николай Панасович не скоро приедет? На днях. А у нас гость. Кто? Алексей приехал. Алешка? Да. Я его у мальчиков устраиваю. Ну вот видишь, как все просто. Ох, какой ты молодец стал. Здравствуйте, дядя. Здравствуй, Алеша. Здравствуй. Значит, в институт будешь поступать, да? Да. Хорошо, похвально. Тимирязевскую. А у тебя как дела? Стараюсь. Плохо ты стараешься. Петя! Видишь, как давит. Спасибо. Ну, садись. Ну, рассказывай, как наши, как мама. Спасибо, все здоровы. Так. Гражданин, поднимайтесь, здесь спать не полагается. Тут не на поезд 39-й. 0,50. Случилась беда, всю жизнь прилежно он учился, но вдруг перед экзаменом навеки навсегда в свою подругу он влюбился. На душе и привольно, и весело, и легко, и тревожно чуть-чуть. Всем влюбленным пригодится эта песенка, эта песенка, эта песенка. Всем влюбленным пригодится эта песенка, ты смотри ее не позабудь. Обоим до экзаменов остались только дни, в большой опасности наука. И все-таки мне верится, что выдержат они, и что любовь тому порука. На душе и привольно, и весело, и легко, и тревожно чуть-чуть. Всем влюбленным пригодится эта песенка, эта песенка, эта песенка. Всем влюбленным пригодится эта песенка, ты смотри ее не позабудь. Я на тебя, наверное, странные впечатления произвожу. Думаешь, веселый дурачок. Это ведь так, тоска. Сейчас по всему Союзу таких, как мы, сколько? Тысяч. Решают свою судьбу, волнуются, думают, зубрят, бегают, узнают, чего-то добиваются, хотят. А я как-то все перепуталось у меня. Чего ты? Чего? На душе и привольно, и весело, и легко, и тревожно чуть-чуть. Зря ты в Тимирязевскую идешь. Это с виду только заманчиво, академия. А потом загонит в колхоз, не обрадуешься.
А я не скотин, чтобы меня загоняли. Ну, предложат поехать. И поеду. Поднимать сельское хозяйство. Тоска там. А ты в деревне-то бывал? Слышал. А бреднем рыбу лавливал? Нет. А со строгой ночью ходил? Это где же, у парка культуры, что ли? А рысь ловил? Чего? Рысь, говорю, живьем ловил. А ты? А хлеб с маслом любишь. Комик ты. Слушай, а что, если мне с тобой в Тимирязевскую пойти? Вместе бы издавали, мне ведь, в общем, все равно куда. Вот две недели тебя разглядываю и не могу понять, теленок ты или подлая душа. А я и сам не знаю, по-моему, смесь. Тогда еще ничего. Смотри-ка, и Галка пришла. Что это Галина к тебе зачастила? А, понятно. Ты бы ей отсоветовал к нам ходить. Это еще почему? Отобью. Чего, чего ты сказал? Ну, что сказал, то сказал. А, самомнение у тебя. Мое дело предупредить. А я вот об этом Галине скажу. Баба ты или мужик? Эй, вы, подлые люди, скорее, а то опоздаем. А ты сегодня их блеск нарядная. Только сегодня? Особенно сегодня. Смех-то будет. А мне не до смеху. Боишься? Конечно. Издали все проще казалось. А как посмотрел, какой народ на экзамены съезжается, призадумался. Пишешь ты плохо, ошибки. Я вот когда с разгона пишу, меньше дел. А начну о правилах думать. Обязательно наляпаю. Так ты на экзаменах так прям с разгона ты и пиши. Знаешь, Галка, у Алексея грамматика хромает. Да ну. Я думал, он все на свете знает. Без шуток, помогла бы ему. Пожалуйста. Она может. Недаром серебряную медаль получила. На обе ноги хромает или на одну? У тебя медаль? А разве мне в лицее что-нибудь дегенеративное? Сам управлюсь, не беспокойся. Нет, Алешка, это ты напрасно. Я сказал сам. У тебя нет такого ощущения, что мозга за мозгу заворачивается? Есть. До вечера. До вечера. Мальчики, как дела? А-а-а. Кончили заниматься, а? К сожалению, не навсегда. Мать, я хочу в сельскохозяйственную пойти. Куда? В сельхоз. Как думаешь, не поздно документы перебросить? Ты что, в своем уме? А что, вот Алексей уговаривает, будем рысь ловить. Какую рысь? Как какую? Вот такой вот. Ну, Алеша, зачем тебе нужно сбивать Андрея? Пожалуйста, оставь его в покое. Ну, шучу, шучу, мамочка. Ну, для тебя я готов стать кем угодно. Хоть клоуном в цирке. Вот это твое прямое предложение.
призвание. Ну а что? А? Добрый вечер, товарищ! Я только что пешком пришел с Северного полюса. Перестань, перестань. Я вам приготовила покушать, идемте. Тетя Настя, я сыт не могу. Ну, а я могу. Вот при всех неприятностях в жизни аппетит у меня не пропадает. Ну иди, иди. Развлеки, Галин. Ну, развлекай. Сейчас танцую. Что тут у тебя за шрам? Кошка царапала. Ой-ой-ой, бедненький. Значит, ты агрономом стать собираешься? Предположим. Знаменитым. Что-нибудь вроде Тимирязева. Обыкновенным. Без вроде. Тебе нравится Андрей? Да. А Вадим? Умный. А я? Что ты все время ломаешься? У нас такой, как ты, вызвали бы в комитет. И перевоспитали бы. Не таких обламывали. Именно не таких. А что в тебе особенного? Во-первых, я хорошенькая. Да? Дай мою сумочку. Подойди и возьми. Между прочим, когда мы ходили на Красную площадь, я уронила косынку. Ты ее поднял раньше, Андрей. Машинально. Врожденная вежливость. Замечаю. Тебе нравится платье? Алеш. Слушай, зачем ты в педагогический идешь? Здесь говорят, в Москве живые модели ходят. Нанялась бы туда. Прекрасная мысль. Я подумаю. Говорят, там неплохо платят. Как ты только серебряную медаль получила. По знакомству. А что ты злишься? Бесишь ты меня. Я? Чем? Мещанка ты. Мещанка до мозга костей. Смотри-ка. Быстро ты рентгеновский снимок сделал. А у меня тебе тоже определенное впечатление складывается. Можешь не говорить, не интересует. Прямолинейный дуб. На какой-то картинке прямолинейные дубы видел? Ну, сосна корабельная. Сосна женского рода. Смотри-ка, даже кое-что из грамматики вспомнил. Стол устраивает? Алеша? Да? Выбей, пожалуйста, ковер во дворе. С удовольствием. Галя? Да? Алексей дурно влияет на Андрея. Ты слыхала про сельскохозяйственный? Мам! Ну? Ты что в самом деле выдумала? Что? Зачем Алексея ковер выбивать заставила? А что тут особенного? Я мог это сделать. А тебя никогда не допросишь. Пошел, да и выбил. Ну, а, ладно. Что там еще осталось? Компот? Желе. Давай. Ну, что тут делали? А, Вадя. Здравствуй, Анастасия Ефимовна. Хорошо, что ты пришел. Мне нужно с тобой поговорить. Подумаешь, какой классный наставник выискался. Кто? Твой двоюродный. Учит и учит. Мы выходит, я должна себе шить холщовую рубашку до пят и щеголять по московским улицам. Ну, это у него свой взгляд. Отстала, конечно. Но вообще он чудесный парень. Да? Ненавидит меня, как будто я гадюка какая. Что ты, что ты? Послушал бы. Галка, ошибаешься, клянусь. Он мне говорил, ой, не могу сказать. Обо мне? Да. А что? Ой, ну не могу. А ты меня скрываешь? Галк, ну не подбивай, ну мне самому сказать охота. Ты бы ахнула, но не могу. Пожалуйста, не надо. Ну ты не обижайся. Тут, понимаешь, вопрос мужской чести. Андрюша! Я сейчас, только желе проглочу. Ну как дела-то? Дрожим. А здесь как? Терпимо. Крыша над головой — это, брат, великое дело. Терпи. А у нас авиационный наплыв, что-то невозможное. У нас тоже. А я провалюсь обязательно. Зашла в институт, а там солидные люди степенно ходят. Шутка. Ты трусиха, но дотошная. Все ведь знаешь. Братцы, спасайте! Меня прорабатывают! Никто тебя не прорабатывает. Алексей, вдолби ему в голову, что учиться в наше время шаля и валяя недостойно. Не лезь, держи нейтралитет.
Так он и сам знает. О, святые слова, все сам знаю, все. Ну, что вы от меня хотите? Учиться? Ну, иду учиться, кончу институт, буду работать, приносить пользу. Устраивает? Вот. Сейчас кривляешься, а потом выучишься на какого-нибудь паршивенького инженеришку, наплачешься. Ну, инженером быть не так уж плохо. Рядовым? Ничего привлекательного. А ты в необыкновенные личности имеешь. А я не скрываю, плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Ты обязан ставить перед собой большую цель и добиваться ее. В любой профессии можно прозябать, а можно стать человеком. Что же я на простых смертных поплевывать должен? А я не хуже твоего знаю, как мы должны относиться к простым смертным. Но труд труду рознь. И к профессору Петру Ивановичу Аверину я испытываю все-таки больше уважения, чем к своей домработнице Клаве. Если мы сейчас, именно сейчас, не будем мечтать о чем-то крупном, большом, из нас ничего не получится потом. Но у человека может быть мало способностей. Ну, кроме способностей есть воля, упорство, настойчивость в достижении цели. Кажется, нас этому учили в комсомольской организации. Да, это верно. Верно. И у меня есть такая цель. Я иду в институт внешней торговли. А, будешь чрезвычайным и полномочным представителем. Может быть. Во всяком случае, хочу побывать в Италии, во Франции, в Англии, даже в Америке. Слушай, Ватька, а ты не будешь шпионом в пользу какого-нибудь иностранного государства? Дурак. Ну, это уже не дипломатические манеры. Ты прав, Вадим. Быть каким-нибудь простым агрономом – удел ограниченных людей. А я считаю плохо, когда, к примеру, писатель о себе станет говорить, я буду как Лев Толстой. Но мечтать он об этом может и должен. Про себя. Верно, верно, товарищи. По-моему, есть такие чувства. Они высокие, благородные, но их обязательно нужно хранить в тайне. Ведь смешно, если солдат выйдет перед строем и скажет, я хочу быть генералом. А свидетельствует, сочтут ненормальным и уволят по чистой. Вадя, они тебя, кажется, за хвост поймали. Сугубо провинциальная теория. А есть и такая теория, довольно модная. Городить из хороших слов высоченный забор, а что за этим забором, не видно. Слушай, вредную политику ведешь. Ну, это уж слишком. Да, вредную. Андрей достаточно путается и без тебя в элементарных понятиях о жизни. Разговор я начал для него. Ему ясность нужна. Вадя, ты мой единственный источник света. Давай свети дальше. Действительно, Алеша, ты мог бы все эти мысли приберечь для себя. Тетя Настя, я не защищаю Андрея. В голове у него и опилки есть. Какие опилки? Не тебе его критиковать. Андрей! Ну? Чего? Чего тебе? Где пепельница? У нас Вадим курит. Я же просил не трогать, из нее курки трудно выковыривать. Сама же говорила, для гостей. Да ну тебе. Горячимся мы, горячимся. А почему? Не такие, как-никак решаем свою судьбу. А чего ее решать? Двери институт, раз в стране открыта, заходи в любой. Да, с оговоркой. Сперва конкурс выдержи. Ну, что поделаешь, приходится поиграть в эту лотерею. Вадим, это же бессовестно. Что? Если бы тебе тоже пришлось идти по конкурсу, как всем, ты бы не держал себя сейчас таким независимым. Отлично знаешь. Твой отец позвонит в институт, и для тебя откроется особая дверка. Неужели примут? Наивная. Академику Развалову вряд ли откажут. Конечно, в виде исключения. А вне конкурса пойдет? В обход. Дипломатическим путем. Так. Значит, те, которые по конкурсу идут, зря стараются. Одно место уже занято. Да ты-то что беспокоишься? Мы с тобой идем в разные институты. Тебе я не конкурент. Нет, ребят, это вы зря. Лазейку иметь великое дело. Эх, кто бы за меня словечко замолвил, в ножке бы там был ты, вот клянусь, продаю честь и совесть, ведь пролечу. Эх, ладно, не заплачу. Ну, конечно, конечно, элемент маленького жульничества тут есть, что и говорить. Но, положа руку на сердце, кто бы из вас отказался от такой возможности? Только честно, без высоких слов. Воля, упорство, комсомол воспитал. Ты зачем хорошие слова поганишь? Ну, ты что, взбесился, что ли? Все двери открыты, в жизнь вступаем. Что ж ты в нее с черного хода заползаешь? С какого это черного? Не понимаешь, где Татьмена, где святой? А за твоими словами знаешь, что сидит? Что? Обыкновенное, маленькое. Но договаривай. Зачем? Сам догадаешься. Боишься сказать? Обижать не хочется. Завидую? Да. Алешка, Алешка, не делай из него общественное явление. Случай редкий. Чести у тебя нет. Совести. Подлец ты. Я? Что? Ударь, ну. Алексей, остановись, так нельзя. Нет уж, в таких случаях можно. Закон один для всех. По конкурсу? Ну и становись в общую очередь. Чего лезешь? Ничтожество. Кривая душа. Таких, как ты, ненавижу. Правильно, Леша. С черного хода идут.
Не он один. Есть такие. Сюда норовят пролезть, устроиться, приспособиться. И других за собой тянут. Как зараза. Любое чистое дело в махинацию превращают. Выгоду для себя. Все для себя. Аркадий Петрович, вы, конечно, замечательный артист. И артист я. Сегодня сам подал заявление, чтобы уволили. Сам. Хватило духу. Ты ушел из театра? Да. Совсем. Так получилось. Демагоги. Я уверен, что будь у вас хоть какая-нибудь возможность, все как Андрюшка бы бултых в ноги. Не так, что ли? Да. Ну, пошли, Катя. Пошли. Тебе куда? На Можайское, тетя Любе. Ты же говорил к тете Вере. Ах, всю родню перепутал. Зачем, Аркашенька? Зачем? Ведь тебе же не 17 лет. Ну что ты теперь будешь делать, Аркашенька? Здравствуйте, Анастасия Ефремовна. Здравствуйте, Мария Алексеевна. Я только на 2 минуты. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуй. Знаешь, я 2 недели не теряла надежды. Думала, придешь, извинишься. К сожалению, даже оправдание придумывала в твою пользу. Вот, это когда ты в Киев и в Полтаву на гастроли ездил. Это когда я в санатории отдыхала. Здесь фото. Это разные пустяки. Все. А, здравствуйте, Маша. Здравствуйте. Познакомьтесь, это мой двоюродный брат, Алексей. Здравствуйте. Вы расстроились? Что ты, от чего? Что же вам, все равно? Что? Ну, что он ушел из театра. Ушел? Разве он вам не сказал? Аркадий, сегодня был просмотр? Да. Сейчас в Сокольнике ездила, прошлась, а скамейку нашу сломали. Только 2 столбика торчат. Хорошо, тихо. Пойдем. Знаешь, надо ходить. Ходить, ходить, и непременно где люди. Они о чем-то говорят, смеются, а ты идешь, идешь, и тебе все равно. Я тебя очень люблю, очень. Ты ничего не говори, не надо. Мы пойдем, а ты молчи и ничего не говори. Не надо. Встань. Галстук не надевай. Так свободно. Вот. Мы в Сокольники пойдем пешком. По улице Горького, по Кировской. Мы с тобой давно никуда не ходили. Мимо вокзала. Смотри-ка, игрушки. На отвлеченную тему можно? Вот нас учат в школе. Там все более-менее понятно. А посмотришь на жизнь, ничего не понимаешь. Согласен. Андрюша! Чего? Завтра с утра пойдешь в Бауманск, передашь эту записку Коробову Ивану Андреевичу. Кто это? Декан факультета. Благодари Вадина отца. Ну, за тебя я, слава богу, спокойно. Считаешь, я в Бауманской попал? А что, понимаешь? Таким горпатком можно, а нам? А? Ох, черт, даже сердце стучало. Ты куда? Пойду пройдусь. Пошли вместе. Что ты за мной по пятам ходишь? Прицепился. А чего ты злишься? Сними значок. Чего нацепил? Ну, ты поосторожнее, я тебе не Вадька. Что такое? Что случилось?
Сейчас возьму и отнесу эту записку в газету. Перестань говорить глупости. Отнесу. Не смей так шутить. Но я не шучу. Отдай сюда записку. Не дам. Я позову отца. Зови. Да ты понимаешь, что ты делаешь? Это ты его научил? Никто меня не учил. Оставь, у тебя не хватило бы ума. Ты приехал к нам в дом и изволь уважать чужие порядки. Мы тебя приютили. Что ты? Вытащила какое-то поганое слово, ютили. Никто его не ютил. Приехал и все. Петя! Петя! Ну, правильно я решил, а? Ватька забегает теперь, заткнем щель. Отдай записку обратно. Что? Отдай, говорю, записку. Как бы не так. Отдай, я тебе говорю. Ты что, ты взбесился, что ли? Мама! Прекратите, Алексей! Оставь его! Алеша, я прошу тебя уехать. Куда-нибудь, куда хочешь. Сейчас же позвони Николаю Афанасьевичу и извинись. Петя. Слышишь? Как ты могла это сделать? Нате, возьмите вашу записку. Можешь сохранить ее себе на память. Если бы ты учился хорошо, мать не сходила бы с ума. Не волновалась бы за твою судьбу. Это ведь ты довел ее до этого. Дрянь. Ну, понимаешь, сами что-то натворили, на меня сваливают. Завтра же уеду отсюда. Да? А меня тут на съедение оставишь? Хорош. А я-то тут при чем? Ишь, ты какой чистенький выискался. Да если бы не ты, я, может быть, пошел бы с этой запиской, все сшито-крыто. Сделал красивый жест. Остался без института. Ну что теперь делать? Что? Алёша нет дома. Андрей. Андрюша тоже не приходил. Извините, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Петр Иванович. Экзамены сдаете? Да. Даем. Успешно? Вроде. Значит, поступаете? Кажется. Похоже. Вы проходите. Нет, нет, спасибо. Мы в другой раз зайдем. До свидания. До свидания. До свидания. Вот видишь, другие могут. Петя, ты как будто меня упрекаешь, но ты не волнуйся. В крайнем случае есть возможность устроить его в Рыбный. Это не так уж плохо, я узнавала. Зря Алексей в этом доме поселился. Ко всему еще Галина на него глаза пялит. Как она на него смотрела, когда он с Вадимом сцепился. Как смотрела? Как? Как-как. Так же, как ты на него. Только еще энергичнее. Ты что-то не то говоришь. Ведь Андрей ему брат. А Алеша знает, что Андрей и Галя... В этом деле Катя родственные отношения теряют силу. Почитывали художественную литературу? Кумекаем. А я? Ведь Алеша знает, что я... Ты ему говорила? Как тебе не стыдно? Умру, не скажу. Сам не слепой, видит. Сейчас в 6-й и 7-й аудитории начнутся приемные испытания по математике. Здорово, ребята! Алеша! Привет! Афанасий, где ж ты пропадал? Тут у родственников на Тверском. 42, квартира 2? Да. Да ты что, Тверской бульвар на доме 28 кончается. Мы с Андреем ходили, тебя искали. Здравствуй, Катя. Здравствуй. Вот чудаки, не 42, а дом 2, квартира 42. Ну, я там только 3 дня жил. Понимаешь, меня это на расхват. Ну, я сейчас. Ну и чудак наш Афанасий. Почему чудак? Решил, что Галя тебе нравится. Откуда он это взял?
По глазам, говорит, заметил психолог. Ведь она тебе не нравится, верно? Не нравится, да? Нравится. Как нравится? Сильно. Сильно. Алеша, а как же я? Что ты? Ведь я люблю тебя. Давно-давно. Как давно? С 5 лет. Ну, не надо этого. Что? Ну, вот это самое, не нужно. Ты хороший, ты очень хороший, Тать. Как все понимаешь. Ну, что ты плачешь, а? Чего ты? Ну, не надо. Домой хочется. Уехать хочу. Да что ты, последний экзамен остался. Не выдумывай. Мы друзья и... Комедия. Плачешь? Ведь, Алеша, знаю, что я его. Так же не бывает, чтобы человек не видел. Бывает. Нет, не бывает. А я говорю, бывает. Ну, откуда ты знаешь? Раз сказал, значит, знаю. Ничего, поплачь. Это так, детство уходит. Андрюша, ну? Срезался начисто. Ни на один вопрос не ответил. Нуль, все. Ты же неплохо знал. Траурные венки и гирлянды складывайте в ту комнату. Что ты теперь думаешь делать? Удавлюсь. Ты что, не выпил ли? 100 грамм. Петя! Петя! Все. Конечно, он провалился. Что ты думаешь делать дальше? Не знаю. Но все же, тебе не стыдно твоих товарищей? Чего тебе не хватает? Ума. Вот мать говорит, что есть возможность устроиться в Рыбной, пойдешь туда. Почему в Рыбной? Больше некуда. Я все обегала. Я не хочу в Рыбной. А тебя не спрашивают, хочешь ты или не хочешь. Мы думаем о том, чтобы ты в люди вышел. И считаться с твоими капризами больше не намерены. Перейдешь на будущий год в другой, если поумнеешь. Когда ты поступал на географический факультет, ты какой институт про запас держал? Андрей, как ты разговариваешь с отцом? Прежде чем пойти учиться, я 4 года проработал с геологическими партиями. Простым чернорабочим начал. Я стремился к своей специальности. Добивался. Ты глуп, ты ничего не понимаешь в жизни. А я не хочу понимать того, что понимаешь ты. Петя, он пьяный? Не пил и не буду пить никогда. Вот если в люди начну выходить, обязательно попивать стану, так и знай. Здравствуй, Вадя. Здравствуйте. Андрей, верни тетрадки по физике. Ага, точные науки понадобились. Можешь не радоваться, экзамены сдаю прилично. Сдавай, сдавай, на горе трудящимся. Анастасия Ефремовна, зачем это вам потребовалось у отца записку клянчить, да еще слезу пускать? Вадя. Не смей так с матерью разговаривать. Тетради отдай. Пошел вон. Эй, прохвост! Примите мое уверение в совершеннейшем к вам почтении. Провались ты с ними. Поехали.
Петя. Ну? Андрей, я предоставляю тебе полную свободу выбора. Решай все сам. Что? Это как его понять? Здравствуйте, Анастасия Викторовна. Здравствуйте, Мария Алексеевна. Аркаш. Да. Меня поражает твое легкомыслие. Катаешься на пароходике. Вчера ты был на какой-то собачьей выставке. Тебе же думать надо о будущем. Я думаю, мама, все время думаю. Не вижу. Анастасия Ефремовна, ну нельзя же все время об одном и об одном. Ну хорошо, поступайте как хотите. Делайте все, что вам угодно, хоть на Луну улетать. Мама, подожди, муха. Мама! Это я мать расстроил. Чем? Пролетел на экзаменах. Ну, впрочем, так тебе и надо. Откровенная формулировка. Ну, выучился бы, а потом как Аркашка. Что вы от него хотите? Чтобы он в гениях ходил? Маша, ну, мне все равно, какой величины он звезда, но зачем он сам бесится? А ты знаешь, что его вызывали в дирекцию и просили не уходить из театра? Просили. Он талантлив, только идет медленно. А вы нетерпеливый, подхлестываете его. Вот он и сорвался, а теперь озлобился. Ну, а злоба убивает в человеке все, даже талант. А вы тоже были злая? С чего ты взял? Ну, хотели быть знаменитой пианисткой, не получилось. Ну, это произошло совсем иначе. Как? Катался на коньках, два пальца сломал. Совсем играть не можете? Не знаю. С тех пор не пробовала. Пойдем, Маш. Ты почему до сих пор не женишься на Маше? Что? Андрюшка! Будь я постарше, честное слово, сам бы женился на вас. Да посмотри, какой нахальный. А может, я за тебя не пошла бы? Ты глупости не болтай. Лучше подумай, чем заниматься будешь. Да балбесничал. Кажется, я про женитьбу безответственно брякнул. Тебе глупость прощают. Слушай, Алеш. Да? А я ведь сегодня экзамены не сдавал. Отменили? Нет, ушел. Почему? Ушел, не стал сдавать. Не понимаю. Подхожу, понимаешь, к училищу. Ну? Народище, как всегда, тьма. Все глаза беспокойные, волнуются, переживают. А мне хоть бы хны, абсолютно равнодушен. Тут еще девчонка одна. Прижал к себе книжки. Что-то шепчет. Не поймешь, не то зубрит, не то молится. Тоска меня взяла. Ну чего, думаю, лезу? Может, ей поперек дороги становлюсь? Нет, ведь все равно... А ей охота, и другим тоже. Призвание, наверное. Взял, повернулся и ушел. Глупо, да? И чего делать собираешься? И ты этот дурацкий вопрос задаешь. Сам видишь, не знаю. Я вот что думаю. У каждого человека должна быть своя точка. Какая точка? Ну... Место свое, оно одно единственное. Вот попал на это место, и все твои способности наружу выходят. Вот тут вот человек всегда счастливым бывает. Вот ты вот свое чувствуешь, тебя тянет к ней, и другие тоже. А я вот понять не могу, где она. Но где-то есть эта моя точка. Она только моя, моя. Вот я и хочу ее найти. И я найду ее. Обязательно найду. Thank you.
Петя. Добрый вечер. Петя, Алеша исчез. Алешка? Да. Ушел рано утром на экзамен, и все нет и нет. Прямо хоть в милицию звони. А ты что, одна дома? Одна. Брожу вот по комнатам, как привидение. Изо всех все волнуюсь и волнуюсь. А ты не волнуйся. Придет твой Алексей. Никуда не денется. Да, забыл тебе сказать. Алешу, наверное, дадут общежитие за городом. А по-моему, лучше, если Алексей останется у нас. Парень он тихий, усидчивый. Андрей от него только польза. Конечно. Что ты смеешься? Да так. Тихий Алеша уже ухаживает за девушками, за Галиной. Ну и что же? Как что? Она же Андрюше нравится, интересная девушка. А Андрюшка наш хлопает глазами, ни капельки самолюбия. Ну, куда ты вмешиваешься? Пойдем чай пить. Пусти, Тимофей! Пусти сюда! Андрюш придется год переждать. Пусть успокоится, можно репетиторов нанять. Андрею нужно идти работать. Работать? Куда? На завод? Ну, а что особенно? Другие же идут. Петя. У него же слабое здоровье. Не замечал. Где Аркадий? Давно должен был вернуться. Ах, дети, дети. Ты знаешь, я люблю театр. Даже запах красок люблю. Сутолоку, волнение. Я чувствую настоящую радость на сцене. Последние 2 года я шел куда-то в сторону. В сущности, искал легкой дороги с эффектом в конце. Да не в этом дело. Ты знаешь, Мух, я сейчас люблю театр сильнее, чем тогда, когда впервые пришел в него. Я успокаиваю себя. Нет, Аркадий. Я даже завидую тебе в эту минуту. Ты знаешь, я трудный человек. И тебе со мной будет нелегко. Какие глупости ты говоришь. У каждого из нас есть свои внутренние обещания, клятвы. Вот ты не подходишь 2 года к роялю. Я же не говорю, что это глупо. Адреса не знаю. Я ей говорю, не сходи с ума. Она требует позвонить в бюро несчастных случаев. Ну, человек все-таки. Конечно. Эти чай. Миндаль не трогай. Это для Аркаши. Брала бы в шкаф. Что вводит в искушение. Во-первых, я не схожу с ума. А во-вторых, ты крепкий чай любишь или цвет лица бережешь? А во-вторых, он мог не сдать экзамены. Ну, в-третьих, выдержки у тебя маловато. Слабый пол. Подкрепись. Ну и сразу язык обожжешь. Оставь меня в покое. Я волнуюсь за человека. Это ты можешь понять? За человека вообще. Конечно, понимаю. Забота о людях, так сказать, в государственном масштабе. Хорошо.
Хочешь откровенно? Пожалуйста. Во-первых... Слушай, нельзя ли сразу в десятых? Хорошо. В 25-х. Вот это ближе к делу. Алексей не только равнодушен ко мне, но иногда бывает просто груб. Тебе кажется? Нет, не кажется. Вот когда ты ко мне относился хорошо, ведь я тогда все сразу поняла. Я дурак, потому и поняла. И ты можешь говорить серьезно. Стараюсь. Нет, нет, он более чем равнодушен ко мне. Галочка, хочешь, я поселю в твою душу относительный покой? Пять шуточки. К сожалению, всерьез. Ну? Помнишь, ты меня спрашивал, о чем мы с ним говорили тогда? Ну? Так вот он мне сказал, что отобьет тебя у меня. Он? Если ты будешь переспрашивать, я опять начну острить. Андрюш, ты... Не смей, не смей, говорю. Нашла тоже, понимаешь, громоотвод. Андрюш, ты милый, но ты не расстраиваешься. Многого захотел, расстраиваюсь. Да я на таких, как вы, чихал. Пачками, да, на всех разом. Андрюшка, ну послушай. Не желаю. Ну дай мне сказать хоть слово. Мама! Ну что, Андрюш? Иди сюда. Что? Посиди с нами, а то что-то скучно стало. Так о чем ты говорила? Я ему советую на будущий год поступать в медицинский. Мальчиков туда принимают охотно. А что, медицина – это благородная профессия. Ну, вот сразу стал как-то веселее. Можно стать хирургом, невропатологом. Ну, буду психов лечить. А пока отец хочет, чтобы ты поступил работать. Что? Да. Найдем что-нибудь нетрудное. Вот отец говорит, есть возможность устроиться в ботанический сад. Куда, куда? В ботанический сад, в лабораторию. Ну, это мне нравится. Буду пальмы выращивать, бананы, орхидеи разные. Мать, а почему в лабораторию? Я хочу быть садовником. А? Романтично, садовником. Очень. Копать землю, воду таскать. Какой ты отчаянный прозаик, мам. Алешка. Нет, Аркашенька. Здравствуйте. Аркашенька. Здравствуй. Садись, пей чай. Тут миндаль в сахаре есть. Нам не дают, для тебя говорят. Дай горсточку. Бери. Пошли, Галь. А вы куда? Алеша пропал. Исчез, понимаешь, ушел на экзамен, до сих пор все нет и нет. Пошли, Андрей. Держи. Ну, Аркаша, давай теперь поговорим. О чем, мам? Я остаюсь в театре. Петя! Петя! Сочинил, чтобы соврать, так и не придумал. Гулял по Москве. Как экзамены? Сдал. Ну, поздравляю. Спасибо. Ты знаешь, гуляй, да не загуливайся. Люди тут с ума сходят. Кто это? Кто тебя здесь дома оставил? Я. Значит, я отвечаю в первую голову. Считай, хоть на неделю. Только предупреждай. Так уговоримся, понятно? И не улыбайся. Черт его знает, я здесь всех успокаиваю, отвлекай, развлекай. Интересное это для меня занятие. Андрей, уйди-ка отсюда минут на 10. Могу. Ты что? Я с ним потом поговорю, он не обидится. В автобусах да в трамваях все платье помяли, вида нет. Нарядное. Наконец-то оценил. Ты знаешь, я ведь сама себе все шью. У меня мама на швейной фабрике портнихой работает. Вот и научила. Так говорили певица. Это Андрей и Вадим поначалу показались мне такими важными. Вот я и придумала, благо однофамилица есть. Дурачество. А шить я люблю. Вот иногда сидишь до полуночи, фантазируешь, а к вам придешь одни только шуточки. Даже обидно. Галя, только тебя встретил, и до чего же уезжать не хочется? Куда уезжать? Я сегодня экзамены не сдал. Что? Про тебя говорить не хотел. Уехал бы, да и все. Как же это так, Леша, подожди.
Ты меня не успокаивай. Я домой поеду. Опять работать буду. Это ничего, это полезно. Может быть, я тебе мешала? Ты помогала. Ты только помогала. Ты мне нравишься. И ты меня не забывай. Я уеду, а ты не забывай, если можешь. На душе и привольно, и весело, и легко, и тревожно чуть-чуть. Всем влюбленным пригодится эта песенка. Эта песенка, эта песенка. Ты извини, я виноват перед тобой. Да чего люди трепать язык любят, и трепет, и трепет, и благо без костей. Телячья нежность. Я провалился. Неправда. На эту тему шутить не рискнул бы. Возвращаясь домой. Что ты, что ты? Решено. Погоди, погоди, это еще надо обдумать. Нечего думать, я уже на вокзале был, вот билет. Кончилась моя московская эпопея. Ну, какой беспорядок. Алексей уезжает. Ну, позови же Анастасию Ефремовну. Мама! Пожалуйста, молчи. Я все сама скажу. Ты что? А, здравствуйте, Мария Алексеевна. Здравствуйте. Какая нарядная сегодня. Ты что, Аркашенька? Анастасия Ефремовна. Да? Я всегда чувствовала себя виноватой перед вами. Вы, вероятно, считаете, что я хочу поймать Аркадия, женить на себе. Это не так, Анастасия Ефремовна. Что вы? Я всегда знала, что у вас и Аркадия достаточно благоразумия, чтобы не связывать себя по рукам и ногам. Мы поженились, мама. Расписались. Сейчас. Я люблю его. Больше даже не знаю, что сказать. Ты не беспокойся, мама. Мы будем жить с Машиной мамой. Я перееду. У них одна комната, но большая. Так. Ты не счел нужным сначала поговорить со мной? Я знал, что ты можешь мне ответить. Поздравляю вас. Что же, вы теперь будете приходить ко мне только в гости? Так лучше, мама. Вам виднее. Анастасия Ефремовна, мы хотели поговорить с вами, как лучше отпраздновать свадьбу. Но это надо сделать по-человечески, как полагается. Вечером все и обсудим. Вы придете, Маша? Обязательно. Вот. Ну что ж, поздравляю вас. Думайте о нем, Маша. Создать дома для мужа хорошую обстановку – это многое. Но не всегда легко. Поздравляю вас. И все-таки надо было ей сказать раньше. Да, пожалуй. Ой, какая гадость. Мы поженились, Андрюша. Да, наконец-то. Поздравляю. Это он меня испугался, не иначе. Поздравляю. Спасибо. Давай укладываться. Не забыть бы чего-нибудь в попыхах. Пойдем. Пойдем. Вадька, подлец, все экзамены сдал. Такие, как он, знаешь, настырные. Все равно себе шею сломает. Не сейчас, ведь потом раскусит. Ну, слушай.
Я еду с тобой. Вот билет, тот же вагон 9. Хотел прямо с тобой в поезд сесть, но вот не выдержал, сказал. Поеду, не возражаешь? Мне что? А ты мать-то с отцом спросил? Нет, и не буду, шум поднимут. Я поработать хочу. Ходики у вас там висят? Какие ходики? Ладно, думай. Мне жить интересно, только по-настоящему, а не так, чтобы выучиться, зарплату получать, в кино ходить, спать. Мы с тобой что-нибудь придумаем и найдем, да? Ты матери скажи. Нет, не буду, записку с вокзала пришлю. Боишься? Ну не боюсь, начнет, понимаешь, Петя, Петя. Скажи, а ты, я сам скажу. Ладно, скажу. Так, лишку не беру. Все фасонистое оставляю. Да. Деньги возьми, мне не давай. Откуда у тебя столько? На москвича копил. Ну, бери, мои кровные, отец матери дарили, по грошам собирал. Я, знаешь, не дурак, не лентяй. Все могу делать, все. Только интересно, нужно жить, интересно. А я из первой получки отцу с матерью хоть десятку, а пришлю мою десятку, кровную. Алеша? Да. Алешенька, пойдем, покушай хорошенько перед дорогой. Я уезжаю. Куда? С Алексеем. Ну и поешь, еще успеете. Я не на вокзал еду, а совсем с ним, к тете Оле. Ты рехнулся. Только не возражай, я и говорить не хотел. Прыгнул бы в поезд, и это он велел. Петя! Петя! Ну, началось. Петя! Петя, он уезжает. Кто уезжает? Я уезжаю. Куда? С Алексеем. Тетя Оля, жить там хочу. Что ты еще выдумал? Да подождите вы. Мама, ну подожди ты. Ну помираю я, что ли? Ну, Петя, без паники, во. Петя, запри его. Запри на ключ, не выпускай. Иди ты, мама, ну успокойся. Ну тихо ты, тихо. Ну чего ты? Ну, я же сказал тебе, никому-нибудь еду, а к нашим. Не пущу. Не пущу, Андрюшенька. Ну не поеду. Я не поеду, все. Не еду. Папа, ну почему мне не поехать? Ну почему? Андрюшенька. Ну не еду. Не еду, все. Ну, маленький я, что ли. Вон Алексей, приехал учиться. Ну, что особенного? Загрызут меня там медведи, что ли? Ну, вот если бы я поехал учиться в Ленинград, ты бы отпустила меня? Нет, нет, Андрюш. Я не еду, ну, не еду. Ну, чего ты, ну, успокойся. Вот, распаковываю чемодан. Все, не еду. Я практичный человек. Все, что надо, взял. Даже теплое белье и шерстяные носки. Ну, не могу я здесь оставаться, не могу. Папа, ну чего она боится? Ну, разве у меня только одна дорога, что в институт? Я работы не боюсь, я хочу работать. Мам, ну разве это самое важное, кем я буду? Каким буду? Вот главное. А дорога, она разная может быть. Ну, ведь все равно, если во мне что-то путное сидит, ведь выйдет наружу, то обязательно выйдет. И учиться я буду. Нет. Папа, ну ты понимаешь меня? Я понимаю. Мам. Петя! Да вы не беспокойтесь за него, тетя Настя. У нас хорошо. Вот, Алешка, обещай, что ты с меня глаз не спустишь. Не смей, не смей говорить. Ну что ты? Андрюшенька, мальчик мой, ну не хочешь в ботанический сад, иди куда хочешь. В Москве заводы какие. Ну. Серп и молот, калибр. А? Или хочешь ничего не делай. Пережди год, обдумай. Настя. А? Андрюшенька. Мальчик мой, разве тебе дома плохо? Ну, хочешь, Алеша у нас останется, совсем вместе будете, а? Мама, ну что ты мне его как игрушку суешь? Мне же не Алексей нужен. А что? Петя, я не могу, у меня голова скрывается. Ну, пойдем, пирамидон прими, пойдем. Пойдем. Я не отпускаю тебя. Ты слышишь? Я тебя не отпускаю. Настя, пирамидон. Пойдем. Да, пирамидон. Пирамидон. Кажется, сдается. По-моему, сдается. Скорей. Отдать тебе? Не надо. Не дарила, сам из сумки вытащил. Тебя, как первую любовь, Андрея сердце не забудет.
До свидания, мечта. Андрей. Да? Мать велела валенки взять, термос. Отпустила. И ватное одеяло. Это розовое, атласное, ни за что. Бери, раз мать велела. Да она мне перину предложит. Перину возьмешь, ты не огорчай ее. У нас там чулан есть, в случае чего свалим. Мы с отцом решили отпустить тебя. Я сейчас ничего говорить не... Ты принимаешь на слабе студенческих лет, Москва, в окнах твоих общежитий задумчивый свет. Москва, будем над книжками часто сидеть до утра. Птица тревожная, это пора. Что это? Рубашка. Сама шила. А это письмо. От кого? От меня. Здесь не распечатывай. Прочешь дороги, ладно? Значит, едешь? Значит, еду. Возвращаться, конечно, стыдно. Но ничего, малость покраснею. Мать, конечно, обрадуется. Вот, передай маме. Остальное расскажешь. И забудь, что я тебе говорила. А я уже забыл. Уже забыл? Ну, как будто бы забыл. Алешенька, да? Алеша присматривает там за ним, а Оле я тоже напишу. Не беспокойтесь, тетя Настя. И если на будущий год надумаешь приехать, мы будем очень рады. Спасибо вам за все. Береги свое здоровье, не бойся никакой работы, самый черный, и взрослей. Взрослей. Андрюшенька, если заболеешь, пиши, я приеду, хорошо. Сразу приеду. Хорошо. Ну? Поцелуемся? Ладно, без сентиментальностей. Ну, час добрый. Ну, Аркадий. Будь здоров, Леша. Приезжай на будущий год. Обязательно. Что? Что такое? Забыла. Что? На доле телеграмму дать, чтобы встретила. Не беспокойтесь, мы 6 суток в дороге. 6 суток? На дороге? До свидания. Передай привет нашим. Желаю тебе всего хорошего. Ты прости меня. Говори. Андрей, не говори ничего. Садись. Галя. Алёша. Андрюша. Куда ты, Андрей? Андрюша, ну, Андрей, садись. Андрюша, садись. Сыночка, Андрюшеньку. Алёша. Ой, Боже. Ну, а ты когда думаешь переезжать? Мама, мы бы хотели у тебя остаться, если ты не возражаешь. Ну, почему же я должна обязательно возражаться? Когда я мальчишкой уехал с геологической экспедиции, в доме тоже был большой переполох. Но ничего, пусть поищет. Пусть поищет.